Я вас приветствую, дорогие друзья. Значит, хотел бы сделать небольшое заявление. Давайте подождем, сейчас подключится весь народ, кто в сети. Хочу сделать заявление про лупу, санду и наперсточника Плохотнюка. Так, вижу, народ подключается. Так. Ребят, делайте, пожалуйста, репосты, кто онлайн. Значит, vă mulțumesc pentru salutări. Так. Ну что, всем привет, кто сейчас онлайн. Значит, вы знаете, я посмотрел сейчас и внимательно проанализировал заявление Лупу и его начальника наперсточника Плохотнюка про то, что они снимаются в поддержку Майя Санду. И есть одна логичная версия, да, что Плохотнюк упрет со своим Лупу по всей стране, и этому есть масса доказательств. Серьезная, дорогая компания. И Вашингтонский обком, ну, четко вызвал Плохотнюка посольство США и сказал: Плохиш, арестуем счета, позвоним еще англичанам, скажем, чтобы они побыстрее тебя посадили по делу Горбунцова в Лондоне. И Плохишу выкрутили эти два теннисных шарика для того, чтобы... для того, чтобы продвинуть Майю. Но в это же самое время, увидев заявление Майя Санду, который говорит: да мне не нужна поддержка Плохотнюка, это он пытается там меня запачкать и так далее, и так далее. Значит, это вызывает вопросы, потому что американцы бы, ну, сказали: Маечка, ну вот мы Плохиша убедим, Лупу не будут участвовать, ты, скорее всего, выйдешь во второй тур, но тут маленько не вяжется. И тут, значит, я начал анализировать, вот, Лупу, после этого Лянка. А Лянка как бы делает все равно, и Лупу, и Лянка руководит тот же Плохотнюк. То есть тут как раз ничего нового нет. И тут я нарываюсь на одну очень интересную деталь. Значит, предлагаю вам всем, откройте, я сейчас зачитаю, но вы можете открыть кодекс о выборах и найти статья 46, называется «Гарантированные права конкурентов на выборах». Значит, пункт номер 6 гласит: конкурент на выборах может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением о... Сейчас, секунду, отключу телефон. Так, сейчас, секунду. Обычно выключаю сейчас. Значит, еще раз. Статья 46. Значит, кодекс выборов, пункт 6. Кандидат на выборах может снять свою кандидатуру, обратившись письменным заявлением в зарегистрировавший его избирательный орган, не позднее, чем за 7 дней до дня выборов. Партии, общественно-политические организации могут вносить любые изменения в зарегистрированные списки при условии соблюдения указанного срока и положения статьи 79-126. По истечении указанного срока регистрация конкурента на выборах может быть аннулирована только зарегистрировавшим его избирательным органом на основании решения судебной инстанции, как сняли нас за несколько дней в 2014, да? А также в случаях смерти конкурента или наступление условий, предусмотрено часть 2 статьи 13. То есть, если в законе говорится, что кандидат не может снять свою кандидатуру менее чем за 7 дней до выборов, значит, получается, что и Лупу, и Лянку устраивают политический спектакль для того, чтобы потом, может быть, сказать: вот вы знаете, мы хотели сняться, но мы не можем, закон не позволяет. Бюллетени напечатаны. Ведь Плохотнюк
мог эту комбинацию развернуть, скажем так, 9, за 9 дней до выборов, понимаете? Поэтому очень много странностей, значит, в этой всей ситуации. Продолжаем наблюдать. Ну вот, в выборах противоречит напрямую тому, что происходит. Значит, мы движемся вперед. Идем вперед с Дмитрием Алексеевичем Чубашенко. Спасибо огромное всей команде. Спасибо вам за положительные комменты. Сегодня более 150 тысяч человек на разных сайтах онлайн смотрели пресс-конференцию в Москве. Спасибо вам за любовь, доверие, заботу. И надо быть внимательными и переиграть наперсточника Плохотнюка и кончить его режим, потому что у Молдовы по-другому нет будущего. С любым президентом. Пока.